чё щегол? Ты у нас попался? Теперь тебе некуда бежать. Мама, ты хочешь, чтобы я стал танцором? Держите его! Чё щегол? Ну давай, держись. Давай, ударь его сильней! Ещё! Получай! Давай, еще! Давай, 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 сильней! На! Чё, больно, да? А я могу ещё сильнее, смотри! На! 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 Чё, как я его? Дай опять! Вообще супер! Вообще мощный! Чё, может ещё его побить? Как думаете? Вставай, трус! Чё ты разлёгся? Я тебя даже полсилы бил! Вставай, тряпка! Давай, трус! Чё ты разлёгся? Я тебя вообще не сильно бил! Чё ты как девочка лежишь? С тобой что? Слабак такой. Не, нос. Дарин, ты не сломался, да? Нет, нормально. Сломал, Дарин. Ай, нос! Ай, нос! Держите его быстрее, мы идем. Сынок, как дела? Нормально. Мама, я такой зал дзюдо нашел. Ты не представляешь, там очень много людей. Там все в синей форме. Там все тренируются. Блин, можешь, пожалуйста, записать меня на дзюдо? Какое еще дзюдо? Ты будешь ходить на танцы. Я тебе сейчас деньги дам, пойдешь запишешься. Все, никакое дзюдо, только танцы. На своими танцами все на дзюдо. Мама, ты хочешь, чтобы я стал танцором? Ну, конечно, сынок, я очень хочу, чтобы ты стал танцором. Ну вот, мама, я собрал вещи. Давай мне деньги, я пойду запишусь на танцы. Ну вот это я понимаю, сынок. На, возьми денежку. Спасибо. Запишись на танцы и хорошие тебе тренировки. Давай, удачи, сынок. О, сынок, как тебе первый день на танцах? Хорошо, понравилось. Понравилось? Я же тебе говорила, а ты со своим дзюдо. Я же тебе говорила, танцы это круто. Да все, мама, я в комнату пошел. Давай, пока.
Ну все, мам, я пошел на танцы. Слушай, сынок, ты уже 3 недели на танцы свои ходишь. Чему тебя там научили? Ну-ка покажи мне, станцуй. Ну, смотри, так я умею, вот так потом еще вот так умею, потом еще вот так умею. Да все, мам, я пошел, мне пора. Давай. Сынок, мама, иди сюда, надо поговорить. Садись. Значит, так ты на танцы ходишь, да? Записался на дзюдо, обманул меня, взял 10 тысяч, а я-то думаю, он там танцует, а он на дзюдо записался. Как тебе не стыдно мне врать? Все, с этого дня ты не ходишь на дзюдо. Не видать тебе тренировок. Я ничего не хочу слышать, ты меня понял? Нет, все, мам. Быстро домой. Нет. Ну, мне нравится дзюдо, мне нравятся эти танцы. Мама, ну я хочу на дзюдо. Я не хочу на эти танцы ходить, ну мама. Я же тебе сказала, на дзюдо ты не будешь ходить, и точка. Девушка, подождите, я же хотел познакомиться. Я не знакомлюсь, что вам надо? А что такая наглая? Я вот хотел познакомиться. Я спокойно иду, не трогайте меня. Нет, я хочу познакомиться с тобой. Отстаньте красотка. От меня. Ну, девушка, я ну давай познакомимся. Я не хочу знакомиться, я же вам сказала. Ну, давай знакомиться. Нет, я не знакомлюсь, сказала же. И почему? Отстаньте Мамирочек, от меня, дай, пожалуйста. Тогда видишь Нет. этот кулак? Видишь этот кулак? Мою маму никто не обидит. Сынок, извини меня, пожалуйста. Извини, что я запрещала тебе заниматься дзюдо. Я не права была. Прости меня, пожалуйста. Ну чё, попался? Теперь тебе некуда бежать. Мы втроём, а ты один. Я теперь не один.
сила! Вау!